Глобальную безопасность нельзя обеспечить с помощью закулисных интриг, а лицемерие и двойные стандарты ведут к катастрофе. С таким посланием Владимир Путин обратился сегодня к гостям выставки «Мюнхен-38». Уникальная экспозиция, которая открылась в Росархиве, впервые демонстрирует широкой публике сотни документов из истории так называемого «Мюнхенского сговора». 80 лет назад эта сделка подтолкнула человечество к Второй мировой войне. Сегодня мы пригласили представителей и разных кругов. Это и историки, и преподаватели школ, и представители СМИ. С какой целью? Мы собрались в преддверии 80-й годовщины с момента подписания Мюнхенского соглашения, или, как у нас больше принято говорить, Мюнхенского сговора, чтобы провести разговор на тему о причинах, приведших к этому сговору, какие возникли последствия вследствие этого для всей Европы, в том числе и принявшие размах просто катастрофы для нашего континента. Но не только говорили мы об этом. Мы говорили и о сегодняшнем дне, о том, как важно нам не забывать уроков истории, как важно, чтобы эта историческая память сохранялась и передавалась из поколения в поколение, с тем, чтобы, памятуя о уроках прошлого, чтобы мы могли увереннее смотреть в будущее. Я попытался здесь говорить немного об этом, что эстонцы подумают и о Втором мировом войне, об этом, как близится с мысли эстонского народа и русскоязычного народа, который живет тут в Эстонии. Потому что земля у нас маленькая, надо думать, как его беречь. И чтобы не были таких, больше таких мюнхенских договоров, которые против маленьких государств. Высказывались разные точки зрения, что нами только приветствовалось, но не зря говорят, что правда у каждого своя, а истина одна. И вот одна из задач, мы пытались выйти на понимание истины тех событий, имевших судьбоносное значение для всех, для всей Европы. Было понимание того, что такая встреча носила полезный характер. Мы договорились продолжить такой обмен мнениями по другим, не менее важным историческим сюжетам, переносящим нас из истории в сегодняшний день.